Всем привет, ребят, с вами Мимико, и я продолжаю проходить Рататуи. Это у нас вторая глава, и что будет дальше? Ути! Господи, милота какая! Ну и зачем мы сюда лезем? Мне нужна твоя помощь. А зачем? Это книга рецептов Агюста Гюсто, моего любимого повара. Знаешь, сколько здесь рецептов? Реми, ты что, читать умеешь? Потом объясню. Помоги мне ее вытащить. Толкай. Папа? Шухер! Ого! Ничего себе жестко! Вау! Воду! Книгу жаль. Она же промокла. А, надеюсь, он ее предварительно подсушит как-то. Так, я сделала небольшой перерыв, поэтому я не помню нифига управления, соответственно, кроме странной мышки. Ну ладно. Так, подгрести это вот. А мне куда? А куда? Понятно. Так, сюда? Нет. Я поняла. Эй, куда? Почему заново? Или что? Типа от меня оторвались, и поэтому... Ясно, понятно, нельзя от них особо отрываться. Блин, как он опасно сидит прямо на краешке. Конечно. Опа! Давай! Надо их нагнать! Черт! Ауч! Получили урон. Давай! Как мне выбраться? Как? Блин, я забыла, какие кнопки нажимать надо. Черт. Ладно. Сейчас будем искать. Давай. Мышка. Крыска. Точнее. Давай, малыш. Подальше от водоворота. Давай. Обходим. Все, отлично. Блин, еще два водоворота. Нет. Ну не заново же. А, во. Я выбралась. Нет.
Давай, малыш. Давай. Мы не сильно отрываемся пока что. О май гад. Окей, я хотя бы нашла, как выбираться из водоворотов. Меня прям хотят, чтобы я это застряла. Давай, маленький. Давай, подальше. Блин, я так за него переживаю. Ой-ой-ой! Блин! О! У нас есть чекпоинт! Окей, уже хорошо. Но нам показали сейчас просто потонувшую крыску. Ну, как бы он там не умер фактически, да? То есть мы... Хотя... Ну, короче, грустненько. Ну, что это вообще такое? Не надо так делать. О! Ну, с даблджампом точно нормально. Хотя бы. Так. Хотя бы начало с чекпоинта, а не с... начала уровня. Ой, куда-то, смотрите, прибыли. К какому-то замку. Да что такое за поместье? Так. Интересный уровень. Прикольно. Я люблю такие игрушки, где вот прям экшен. Чрево Парижа. А, тяжело же будет ее тащить. Только не раскрывай ее прям сильно мокрую. Что? Что происходит? Excusez-moi, я Гюс Гюстушев, помню. Я знаю, кто вы, но... Тише, посмотри. Ну, мон ами, ты узнаешь эти места? Я не знаю, может... Ну же! Париж? Да. Вы привели меня сюда? Но как? Вы же только плод воображения. Oui, monsieur. Я плод воображения, но у меня бывают приступы гениальности. Я же шеф. А при чем тут я? Критики опустили рейтинг моего ресторана до 4 звезд. Я верю, что ты поможешь мне вернуть былую репутацию. Спасти ресторан Гюсто? Это мне по плечу. Крыську попросил дух шеф-повара спасти ресторан Гюсто. Боже мой, это что-то очень-очень сказка. Окей. Нам нужно, кстати, хпшки как-то восстановить. А что это за лампочка? А, нужно как раз-таки собрать лампочки. Если ты соберешь все лампочки, ты сможешь улучшить жилище крыс канализации. Нифига себе! Кроме того, ты получишь 4000 фишек, которые можно потратить в лавке Гюсто.
Это ж гарнизоны Варкрафта еще до того, как они были созданы. Нажми на кнопку нюх, чтобы найти дорогу по запаху. Так-так. Нюх это был, по-моему... Что было за кнопка нюха? А, во! Собери все звездочки в эпизоде, чтобы пройти его полностью. Хорошо, хорошо. На что я могу сделать? О! А, как мило! Прыгни на крысопульту и нажми кнопку тести, чтобы запустить ее. Оуе! Все в порядке. Чтобы открыть эту коробку, нажми кнопку действия. Внутри может быть что-то полезное. Ух ты! Собери все звездочки, чтобы завершить этот уровень, то есть все 100 звезд. Ну это прям мощненько. Соточку звезд-то. Блин, вот единственное, что с камерой я никак пока что не положу. Улицы Парижа. Игруха очень милая. А пугать на меня пытается а-ля какой-нибудь Layers of Fear. Какая-то стройка. Ну так мило. Ой, чуть не упал, крыська. Ой-ой-ой! Что там дальше? Я не помню. О боже. Да, да я вот туда хочу, да. Не, ну ладно, хотя бы, знаете, по трубе он нормально ходит. Без каких-либо проблем. И каждый раз хотя бы здесь какие-то жизни мне дают. В общем, игра как такое место с препятствиями разными. Ну, прикольно. Хорошо. Единственное, что у меня есть сомнение, что я соберу все звезды. Ура! Что? Какая-то детская там была слева. Тек. Суповой набор. Да чего ж все мило? Я не могу не умиляться с этой игры. А? Мы на чьей-то кухне? Боже, нам конец. Хорошо, что не в кипяток упал. Приготовь суп по указаниям Реми. Каждый ингредиент связан с определенной кнопкой. Реми сам выберет продукт и покажет его в верхней части экрана. Тебе останется только нажать на нужную кнопку. Ой, с этим будут проблемы. А, стрелочки? А, у меня ласт. Все, хорошо. Так. Какой хардкор! Ой, не та кнопка, боже. Простите. Ну, даже я смогла натупить.
Блин, сколько много разных штучек туда закинули. А потом они попробуют суп, и покажется им, что это гениально. А, кипяток в рот! Не надо! Все дороги ведут в кухню. Текс! Теперь-то что мне делать? Так, нюх. Ну что туда-то понятно, там сыр. Там еще было помещение же ведь до этого. Ну ладно, ладно. Мы здесь не для того, чтобы все отфармить, сразу же говорю. Мы здесь просто потому, что нам нравится. Скатись по трубе как можно быстрее, постарайся не сорваться вниз. Управляй Реми с помощью кнопок направления. Нажми кнопку ускорения, чтобы разогнаться. Нажми кнопку прыжок, чтобы перепрыгнуть через препятствие. Мне вот нравятся такие штуки вот со всяким разным скатыванием. Я не могу вспомнить, что это была за игра. Может быть, это был Crash Bandicoot 3. Когда-то еще давно я играла, и вот там очень много было таких вот штук. Мне нравилось. Собери все звездочки и получишь награду. А если не соберу, мне конец, да? Ой, какая, слушайте, труба-то. Все отражает, а? Трассировочка. Молодчи. Так. Блин, за поваром ехать... Немножко он смущает. Надеюсь, крыська не сточит себе попку. Не сотрет, точнее. Здесь. А, я звездочку пропустил, но. Зря я там прыгнула, не надо было прыгать просто. Да, ура, по практически без склона земле на попе катиться. Есть. А где кнопка ускорения-то в итоге? Я не вижу. Ну ладно. Мне, в принципе, и такая скорость меня устраивает. Не найти эту кнопку. Ура! Куда я ее назначила? А, сейчас скорости нет никакой, ни хрена. Господи, окей, меню, пожалуйста. А, игра. Черт, а здесь нет этих настроек. Окей, у меня здесь нет настроек. Я потом посмотрю, что у меня на ускорение. Блин, бежит он порой иногда быстрее, мне кажется. О, нормально. Прибыли. Но я пропустила одну звездочку. Так обидно. Опять чрево Парижа. Я думал, что никогда тебя не увижу, а ты здесь, во дворе. Вот папка узнает. Узнает что? Реми, слава богу, ты жив. Папа, я так рад тебя видеть. Но что вы здесь делаете? Мы тут, между прочим, по твоей милости. Если бы не твоя идиотская выходка, мы бы до сих пор жили в доме со старушкой. А чего нам стоило найти нового нюхача? Прости, папа. Но я вернулся и хочу вам помочь.
Ладно, ладно, идем, у нас дел по горло. Ну ладно. Мы немножко бесполезны, судя по всему. Так, звездочки. Я вижу местами их. Взорви коробку с помощью бомбы и посмотри, что внутри нее. С помощью бомбы? Где у меня бомбы? Я без понятия. Эту коробку можно открыть, ударив по ней ложкой. Так бомба или ложка нужна? А, вот это бомба? Подбери бомбу, нажав на кнопку действия. Если ты бросишь бомбу, она взорвется, так что соблюдай осторожность. Если ты взорвешь бомбу рядом с врагом, который спрятался под кастрюлей, он испугается. Хорошо, хорошо. Ай! Короче, просто ставим рядышком. И отходим. Ой, как много звездочек. Блин, эту коробку написано можно разбить лапкой, но ни хрена не разбивается. Блин, там скользко еще. А, ложкой, точнее, ложкой, не лапкой. Блин, где ложку взять? Ой, там лампочка. Ну, тут слишком далеко идти. Отлично. Мне нужна крысопульта. По этим, что ли? Да нет, ну не может быть. Не похоже. Реми, где ты ходишь? Я ведь жду. Извини, папа, что-то я отвлекся. Вот что, есть дело. Каждый вечер с кухни выносит ведро объедков для собаки. Надо его перехватить. Да, но как? Об этом не беспокойся. Найди остальных по запаху, нос-то у тебя хоть куда. Они знают, что делать. Но будь осторожен, там собаки. Собаки? Ничего себе. Ну ладно. Город огней. Так Реми оставил свою тихую деревенскую жизнь и оказался в Париже, где жизнь намного более, как это, менее простая. Блин, я там, кажется, поняла, как можно было лампочку взять, потому что за папой и крыськой была такая коробочка с подпрыгиванием консерв. Поэтому там можно было. О, смотрите, а теперь на Shift ускорение работает. А до этого я сколько нажимала, не работает. Классно просто. Ура! Реми, вот ты где. У меня две новости. Хорошая — это то, что мы в двух шагах от ресторана Гюсто. А плохая? А плохая новость охраняет двор. Нужно найти косточку, чтобы отвлечь это чудище. Какая стрёмная собака. Как путь показывают прям. Понял, уже иду. Так, а что будет? Ну, опять же, не просто ж так это все. Там еще один квест был, вон там.
Это надо было уцепиться. Хотя не обязательно. Есть. Ё-моё. А где косточка-то? Использую удар хвостом, чтобы избавиться от злобных насекомых. Оу, я. Нажми кнопку действия, чтобы подобрать косточку. Отнеси ее Твитчу, чтобы вышвырнуть с помощью катапульта к собаке. Оу. Надеюсь, я смогу пробежать к тому заданию. Там еще одна собачка есть. Так, задание выполнено. Я лучший крыс. Я лучший крыс. Что это? Начать эпизод «Фруктовая фантазия»? Знаю, давайте. Что это? Блин, его торкнуло. Дойди до конца дороги в удивительном мире снов. Собери всю звездочку и получишь награду. Вот так нюхнул. Сколько всякой еды. Охрененно нюхнул. О, боже мой. И бананы, и арбузы, и ананасы, и киви, и все. Так, еще раз. А, нет смысла кататься. Тихо. А на чем мне туда добраться? А, вижу, прибывает ко мне киви. Это милота. Погнали. О боже, оно само крутится. Окей, все хорошо. Но я на секундочку глаза так, знаете, в разные стороны. Типа, что, зачем следить? Все крутится. Отлично. Это я зря. Я думаю, что можем, кстати, ускориться, если там по киви проехать. Ну, типа, прыгнуть на него. Окей, здесь расстояние было чуть больше просто. Отлично. Вы видите там внизу еще звезды? То есть я типа могу умирать, падать и получать звездочки. Смотрите, себя прикусы выглядят очень пугающе. Они настолько мало пикси.
как бы со всеми остальными фруктами более-менее, но абрикосы это что-то, что-то с чем-то. Но я не буду прям все звездочки собирать. Ура! Как бы я не очень хочу умирать там или проходить это 30 раз. Я хочу просто пройти, чтобы мне было хорошо в этом сне. Так, сюда. Отлично. О май гад. Бананчики уже могут быть посложнее. Соскользить проще, что за внезапная клубника? Господи! Еще мне хватало, чтобы меня клубника скидывала со всего. Оу, oh, е. Yeah. Блин, он повторил, что я сказала. Оу, е. Все, тебе хорошо? Нормально занюхнул? Ну что ж, ребят, на этом, пожалуй, мы закончим. И в следующий раз уже разберемся со всем, что здесь осталось на этом уровне. Мне придется это все дробить, потому что выпуски получаются длинные по каждому уровню. Надеюсь, вы меня поймете. И до встречи в следующий раз. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, если понравилось. Всем пока-пока и до встречи.